И снова не получается уже добить Игоря Семшова. А до этого какой был момент? Какой был момент у Зырянова? И как все сделал Павлюченко? Мы вспоминаем его передачу на чемпионате Европы. Именно с этой позиции, с фланга. И Зырянов был на убойной позиции, но Шей Дивен, вы смотрите, никакого положения вне игры, и все, коленками Шей Дивен отбил мяч, ну и потом уже все там скопом гли под удар. А вот, освободился Зырянов и бил, черт возьми, этого Дивена, ну штай.